Здравствуйте. Представляем вашему вниманию обзор двигателя с автомобиля Renault Logan. 2014 года выпуска. К7М710. Рядный, бензиновый, четырехцилиндровый, восьмиклапанный двигатель, объемом 1,6 литра и мощностью 84 лошадиные силы. Имеется видео работы данного мотора. Запуск двигателя. Работа на холостом ходу. Работа на повышенных оборотах. Двигатель работает стабильно. Проверяем выхлоп автомобиля. Выхлоп чистый. Производим замер компрессии. Первый цилиндр. Восемь килограмм. Второй цилиндр. Девять килограмм. Третий цилиндр. Восемь с половиной килограмм. Четвертый цилиндр. Восемь килограмм. Замер компрессии окончен. После осмотра двигатель маркируется термопломбой. Перед размещением на склад производится консервация. При обращении на станцию Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты в кратчайшие сроки помогут вам с подбором двигателя, запасных частей и расходных материалов. А квалифицированные механики произведут быструю и качественную установку агрегата на ваш автомобиль. Также, на станции Лидова производится ремонт и возможность регулировки развала исходимости осей малотоннажного и грузового транспорта. Наш телефон 703-15-15.